Где-то слышится гамелан. Играют. Гусики! Потешные такие. Тут детенки играют. Hello. Прикольные такие. Идем, идем. Мы все идем. Боже мой, тут уточки. Отдыхают. Такие вот тут тоже рисовые террасы. Дичка бежит. Ну, как-то вот эта вся система работает. Как-то вот сливается. И, видимо, снизу обратно подается наверх. Я так поняла, не стоячая вода у риса. Я иду сейчас, такое ощущение, вот как будто бы я у себя на даче в детстве. Тут еще детенки такие, такие потешные. Тут вот такое предзакатное время прям. Знаете, бывает, запах я окунаю, это воспоминание. Мне иногда вот так вот солнце и зелень окунают. Вот, в детство прям. Чух. И вот эта дачная романтика, она, конечно, такая беззаботная, незабываемая. А? Что? Картоха? Ну. Или не картоха? Ну, похоже. Что ты говоришь? А, кокос взбиваю. Видишь, они тут не лазят за кокосами. Все, кто их знает. Опа, готово. Да, тут очень большие кокосы, капец. Солнышко все ближе к закату. Продолжаем гулять. Мне кажется, мы заблудились немного. Свернули не туда, и у нас маршрут увеличился. И карта нас водит туда-сюда. Мы как-то вот, вот, ну, в общем, мы идем. Тут особо не заблудишься, но мы просто, да. Будем идти больше километров. Либо, я не знаю, вызовем этот мототакси, как я и говорила раньше. Мы уже посмотрели, отсюда где-то 30 тысяч. Ладно, еще немножко пройдемся. Наверное, вызовем. Посмотрим. Ты там курочки. Все сидят в корзине. А уж чего они там сидят? Это уже другой вопрос. Охранник. Чтобы далеко не убежали. О, ого-ого. Ароматный демон. Тут устраивают парад вот с такими вот огромными куклами. Это из папье-маше. Ну, кто из чего может это делать? Там их шагать. Но тут немного другой календарь, не такой, не 365 дней. Да, именно это религиозный. Ой, что-то зеваю. Но прогулка у нас замечательная, конечно. Вот все, как я хотела.
идти и рассматривать. Просто восхищение. Каждую деталь, каждый цветочек хочется. Они что, за нектаром пришли? Любители сладенького. Тут деревушечка. Ну, идем что-то. Бочку. Ой. Я, наверное, дома уже поем. Ролтона какого-нибудь. Он разный. И богатый, и вот такой, и скромный. Да, это прям реально какой-то не туристический Бали. Чисто такие какие-то местные магазинчики, и то как-то их так маловато. Ничего. Такого прям. Знаете, никаких там ресторанчиков, каких-то лавочек с сувенирами. Деревня, в общем, индонезийская, с улыбчивыми жителями. Ой, и снова спуск. Я смотрю тут. Много кто без шлемов ездит, не заморачиваются. Хотя если ездите без прав и без шлема, то штраф, скорее всего, прилетит, как мне кажется. Лучше не рисковать. Но мы в этот раз решили не будем брать. Ой, Инна, вот Инна. Да, решили, не будем брать скутер. А. Там красиво, рисовый тоже поля. Ага. Рисовый поля. Ну, а. Его нет, он расплылся, но он небо красивое. Расплылся закат, поняла. Пошли. Ага, идем. Ну, короче, это. Бо у меня нету прав, у Инны нету прав категории А, я так поняла. Ну, да, там надо международные. Я не умею ездить. А ну, это категория здесь... А, да, по-моему, нужна. Учиться здесь очень опасно. Есть фиктивные делают, но я брать не хочу. Ага. Есть такие за $100. Ага, надо есть учиться. Права такие, да. Да, можно учиться. Взять аккуратно. А там за месяц $100 и плюс учиться. Это... Да. Будем гулять. Если что, такси брать. Или на тут, кстати, автобусы да, еще есть. Просто нам надо понять, где они ходят. Если что, будем на них кататься. Бюджетный такой отдых на Бали. А то мне там написали, на Бали надо деньги, вот туда просто так не поехать. Да, я в какой-то мере согласна с вами, дорогие зрители, что, конечно, вообще деньги нужны везде, не только здесь, на Бали. Ну, я говорю, у меня 4 года назад, сколько или 3 года назад, у меня были деньги на то, чтобы сюда поехать. Но я побоялась. И это был мой самый-самый-самый страшный страх. Поехать в такое место вдали от дома и остаться без денег. Я пошла в этот страх. И ни о чем не жалею. Если я останусь здесь без денег, значит, так тому и быть. Я хочу это прожить и отпустить, наконец, уже этот страх. Надоело жить вот в этом вот напряжении, что я не могу себе чего-то позволить.
и думать, а может быть вот так, вот у нас вот так. И полностью жить в этом контроле, что вот у меня должно быть вот столько денег, и только тогда я смогу приехать на Бали. У меня должно быть обязательно только стройное тело, чтобы сюда приехать. Тут же живут только красивые люди, а я не могу приехать. Хватит этого бреда, этой чуши в голове. Не хочу. Я хочу по-другому. И поэтому я и здесь. Решили зайти в местный маленький супермаркет. Глянь, что тут есть. Пить хочется, может взять водички. Купили же большую бутыль, так жалко теперь на маленькие тратить. А мне не хватило того, что я взяла, что маленькая бутылка. Надо литровая, чтобы была. Век живи, век учись. Ой, это, по-моему, этот вкусный кофе. Собаку. Или нет? Я помню, какой-то кофе был, он такой вкусный, мне так нравился. Растворим. Ну, я не знаю, даже если с этой грудью, с этой шишкой. Можно ли пить растворимый или только обычный кофе нельзя? Что-то я в некоторых раздумьях. Всяко-всяко тут есть. Возьму водички, не могу. Не буду себя мучить. Если такая полуторно-литровая есть или такое? Не видно. О, спасибо. Спасибо за свет. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Ну что, выбираем ужин. Не знаю я, сколько они стоят. Тут нету цен. Мы заходили в другой магазинчик, в центре Убуда. Там были цены. Не знаю. О, с креветками. Мигоринг. Вот яичко купите, будет в самый раз. Яичко. Надеюсь, не остро будет. Нет? Нет. Ух ты! Там... Офигеть, а что но это с ними? Со шпинатом тебе что это? Ираги, камбриз, он такой вот. Бубук. Гора. Что это такое? Хочу попробовать. Ну попробуем. Это сладкий или соленый, интересно? Ну, расскажешь потом, может, я себе такие потом возьму. Капучино. Ладно, у меня еще есть кофечка несколько. Что-то надо, что-то не. Ладно, самое необходимое берем. Вода и ролтон. О, еще яйца. Возьму себе 2 яйца. Отлично. Ой, какое-то грязное. Почищено вот это. Нормально. На самом деле вот это, да, это все ерунда, потому что я здесь, я на Бали. И вот на такое меня сподвигла одна девушка-блогер, которую я в Телеграм увидела, что она говорит, ну, показывала, просто же видео снимала, что вот я на последние типа деньги покупаю яйцо, там какие-то овощи или что, я такая... У меня просто сломалась система, сломалась моя программа, что типа здесь могут жить только богатые люди. И что типа мне здесь не место, редко. Как интересно. Так что пофиг, мне пофиг, что мне тут есть вообще. Хоть я тут вообще голодать буду. Пофиг. Главное, что я здесь. Я могу любоваться этой красотой. Сколько я захочу. Вот так. Жалеть мне не надо. Хотите хейтить за то, что я тут виден? Типа, донаты прошу, пожалуйста, хотите сколько угодно, я ничего не прошу. Я знала, на что я иду, и ни на кого не рассчитываю. Ни на донаты, ни на что. И я знаю, что все складывается самым лучшим образом. Вообще, я думаю, надо каких-то овощей купить. И их кушать. Но это надо нам на рынок как-то попасть. Ну ладно. Сегодня тут только второй день, так что да. Вот овощи это вот будут мои друзья. На.
самое это время на балийский вайб. На балийское житье-бытье. Какой ореховый? Не видела. Все по-разному. Ладно, пить так хочется, пойду расплачиваться. Ужас. Умру от жажды, если не попью. Ну такой вот, прям как деревенский магазинчик. Мило тут. Интересненько. Огорода. Класс. Ну вот, короче, за яйца, за 2 яйца 4 тысячи, ралтон 4 тысячи, водичка 5 тысяч, за все 13. Ну и отлично. Прелестно. А что это такое? Фит фреш? Так я тоже хочу пить ужасно. Будешь воду? Вау, вкуснятина, спасибо. Но я воды хочу просто, вау. Включаются фонари потихоньку. Темнеет. Я понимаю. Все, скоро поедем. Надеюсь, если сюда вообще ездят такси эти. А то придется идти пешком по темноте. Что уже нас ждет? Неизвестно. Это в 11:30 мы вышли. Сейчас 6:30. Это 8 часов уже гуляем. Хорошо, что без дождя вообще, я вот подумала. И солнышко. Но были облака, но так, знаете, тепло. Хорошо. Приемно. Чем бы не погулять. Боже мой, ну какой бонсай. О май гад. Только посмотрите. Моя рука и вот веточки какие. Такое в жизни впервые вижу. Чудо чудное. Какой красивый. Это. И тут он не один такой в компании. Вон и я снова, как этот паровозик из Ромашково. Ну все как такое интересное. Я не думаю, что я второй раз здесь буду идти. Маленькая вероятность. Hello, hello. Так что да. Надо насладиться всем, чем только возможно. В целом мы-то не по джунглям идем. Ну подумаешь, темнеет, а? Ничего. Ой, там сейчас, наверное, какие-нибудь танцы будут. Или нет? Нас вчера зазывали на трансовый танец Кичак. А, это занятие, наверное. Может, по танцам. Танкас. Эти черные храмы. Ну, каково. Единственное, что стемнеет, наверное, на видео, так как бы не очень хорошо будет видно происходящее. Но я и так сегодня очень много поснимала весь день. Нон-стоп практически. С вами поделилась и для себя. У меня будет столько воспоминаний. Но для меня это очень ценно. Вот то, что сейчас происходит. Принимаю все вот так, как оно происходит, оно прекрасно.
Даже если что-то идет не по плану. Вот, например, пошли не по той дороге. Ну ладно. Ничего страшного, идем же мы, идем. Гулям, гулям. Какая пещера. Куда потекла вода? Растет папоротник прям вот так. Карта показывает направо, а человек показывает, что нам прямо. Посмотри по карте. Hello. Тем временем темнеет. Идем, придем. Я очень рада. Я чувствую усталость, я чувствую голод, но я счастлива просто. Эндорфины. Эндорфины пошли. Я не чувствую себя несчастной или там прям жертвой. Ой, как мне плохо, что мне надо тут идти. Или что мне надо экономить. Нет. Я осознанно иду в это. И получаю удовольствие от того, что есть. И главное, я, кстати, в Инстаграм писала пост или в Телеграм, не помню. Главное, что я осознала в Индии, это то, что благодарность — это ключ. Я иду, благодарю. Читаю мантру. И мне хорошо. Что все для счастья надо? Поверните направо. Да, сейчас повернем. Вот карта ведет нас. Немного непонятно, но ведет. Ну какова красота? Любовь моя, Бали. Ну что, посмотрим такси, наверное, поедем. Будем надеяться, что сюда приедет. А если нет, идем дальше. Вызвали все-таки такси с горем пополам. Ага, thank you. Мой приехал уже водитель, сейчас и не подъедет. В тех дебрях не хотели приезжать, представляете? Вообще, капец. Пока-пока, увидимся дома. Счастливого пути, хорошо добраться, все, поехали. Да, поехали. Все, 8 вечера. Я дома. Надеюсь, Инна сейчас тоже приедет. Все, вот мы ехали каким-то таким странным путем. С другой стороны вообще подъехали к дому. А, не, мы туда же ехали. Да-да. Я просто не поняла. Да. Откуда, куда уехали, оттуда и приехали. Ой, что-то иду на камере, ничего не видно. Ой, но я старше. Я сегодня прошла 20 тысяч шагов. Я не помню, сколько это километров. Ой, ну я прям, ой. Кайфую. Очень рада, что я столько прошла. Ой, я молодец. Я хотела много ходить, вот я много и хожу. Кто молодец? Я молодец. Не загрузила, правда, сегодня ни одного видео. Сейчас пойду. И помонтировать надо, и загрузить надо. Фух. Приду немножко в себя, покушаю. Ай, буду отдыхать. Я хотела еще, знаете, что сказать, дорогие мои? Что вот то, что я сейчас показываю, да, вот такая вот она у меня жизнь. Вот такая вот перекосаёная. Прошу прощения. Перекосарёженная. И вот у Риты Дакоты, не помню, то ли был сторител, то ли пост про то, что сейчас все привыкли вот к успешному успеху, что вот, да, вот, посмотрите, я был
никем, а стал вот всем. Вот этот успешный успех, он повсюду. И люди уже, многие устали от него. А многие, наоборот, боятся показывать свой путь вот с этими колдоебинами, со всеми кочками, со всеми ошибками, со всеми какими-то вот, ну, такими ситуациями, в которых, ну, вы бы поступили по-другому, вы бы сюда не поехали и так далее. Или вот у меня так, а у меня вот так. Не, еще раз смотри, я показываю свою жизнь, да, она не идеальная. Я не святая, я не как это... Может быть, и не образец для подражания, но я действую так, как вот моя душа мне велит. Меня сюда позвала моя душа. Я сюда стремилась вот все эти 4 года, как с последнего раза. Я со слезами улетала, я очень хотела сюда вернуться. В моих мечтах сюда переехать жить. Сейчас я приехала на место. Это уже что-то. Я позволила себе это. Позволила быть в моей жизни тоже не идеальной вот в моей голове. Что вот только я переехала и все. А просто на месяц я не поеду. Я отпустила это и успокоилась. Сейчас я здесь, я очень рада. Ну так вот. Я не боюсь показывать свой путь. Да, мне неприятно, когда мне пишут всякие там хейт и прочее. Но я поняла, что это часть пути, и пусть она тоже будет. Всем спасибо, вот от чистого сердца. Даже если вы чем-то недовольны, пожалуйста, это ваше право. Мое право сейчас быть здесь, наслаждаться, делиться с вами, своими проживаниями, всем, что тут происходит, даже если тут происходит что-то со мной, как бы, не то, что хотелось бы, например, да, вот в идеальной картине мира. Жить на вилле с бассейном, попивать джуз, в общем, такой вот, и такой телений отдых. Ну, ничего, это тоже когда-нибудь будет, а пока вот так. Пока такой скромный отдых, но он есть. Это прекрасно, это здорово. И так тоже можно. Можно все. Просто, да, надо быть готовым к последствиям. Я к ним готова. И я на это осознанно пошла и еще раз проговорю. Вот, чтобы никто там сильно не переживал. Ладно, заболтала я вас. Пойду отдыхать. И вы. Шли вам лучики добра и любви с Бали. Много-много. Рослина в темноте. Я всех очень люблю. Благодарю. Смотрите, пожалуйста, рекламу. Так вы сможете поддержать меня, мой канал. Я вам за это буду очень благодарна. Супер лайк для вас. За то, что просто смотрите. И вы ставите лайки, комментируете. Очень приятно. Я говорю, я сегодня начиталась с утра. Настроение сразу на минус. Но потом после источников у меня прям как будто вообще перерождение наступило. Так что да. И родилась заново, вот, и вперед. И живу. Все. Целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.